Дхаммапада. Стихи Дхаммы. Стихи учения Будды. Стихи правды. Первая глава парных строф. Стих номер один. Разум обуславливает явления. Разум их превосходит. Разумом они созданы. Если кто-либо говорит или действует с нечистым разумом, страдания следуют за ним, как колесо за везущим. 2. Разум обуславливает явления. Разум их превосходит. Разумом они созданы. Если кто-либо говорит или действует с чистым разумом, счастье следует за ним, как непокидающая тень. 3. Он оскорбил меня, ударил меня, победил меня, обокрал меня. В ком мысли такие возникают, в том ненависть не угасает. 4. Он оскорбил меня, ударил меня, победил меня, обокрал меня. В ком мысли такие не возникают, в том ненависть угасает. 5. Никогда вражда не останавливается враждой. Вражда останавливается отсутствием вражды. Это вечная Дхамма. 5. Альтернативный. Никогда ненависть не прекращается ненавистью. Ненависть прекращается не ненавистью. Это вечная Дхамма. 6. Есть те, которые не осознают, что все мы здесь умрем, но те, которые это понимают, прекращают ссоры. 7. Кто сосредоточен на красивом, не обуздан в своих чувствах, не умерен в еде, ленив и нерешителен. Такого сокрушают загрязнения ума, как ветер, слабое дерево. 8. Кто живет, памятуя о непривлекательном, с хорошо сдержанными способностями, знающий меру в пище, уверенный и решительный. Такого не покоряет Мара, как ветер, каменную гору. 9. Кто, будучи нечистым, облачается в желтое одеяние, не зная истины и самоконтроля, недостоин шафранового одеяния. 10. Но кто очистился от грязи, утвержден в добродетелях, исполнен истины и самоконтроля, тот достоин желтого одеяния. 11. Те, кто считает существенное несущественным, а несущественное существенным, имея неправильные намерения, никогда не достигнут существенного. 12. Те, кто считает существенное существенным, а несущественное несущественным, имея правильные намерения, достигнут существенного. 13. Как в дом с плохой крышей проникает дождь, так в неразвитый разум проникает желание. 14. Как в дом с хорошей крышей не проникает дождь, так в развитый разум не проникает желание. 15. Здесь он страдает и после смерти страдает. В обеих жизнях злодей страдает. Он печалится, он мучается, видя зло своих дел. 16. Здесь он радуется и после смерти радуется. В обеих жизнях добродей радуется. Он радуется, он ликует, видя добро своих дел. 17. Здесь он мучается и после смерти мучается. В обоих мирах злодей мучается. Я плохо поступил, страдает он. Еще больше страдает, оказавшись в беде. 18. Здесь он радуется и после смерти радуется. В обоих мирах добродей радуется. Я хорошо поступил, радуется он. Еще больше радуется, обретя счастье. 19. Даже если человек часто цитирует учение, но, будучи беспечным, не следует ему, то он подобен пастуху, считающему чужой скот. Он не причастен к пользе от ведения бездомной жизни. 20. Даже если человек мало цитирует учение, но живет праведно, в соответствии с Дхаммой, оставив страсть, ненависть и неведение, обладая истинным знанием,
свободным разумом, не имея привязанности ни в этом, ни в ином мире. Он причастен к пользе от ведения отшельнической жизни.